Сегодня у меня в гостях замечательный контрабасист, аранжировщик и композитор Александр Муравьев. Но что очень важно, этот человек постоянно экспериментирует при игре на своем любимом инструменте и очень многое заимствует от гитары. Привет, Саша. Привет. Сегодня мы поговорим о специальных приемах при игре на контрабасе. Почему мы назвали это так? Почему специальные приемы? Да потому что назвать их фактически каким-то новым словом пока не представляется возможность. Не изобрели пока такое слово, но уже эти приемы звучат. Прошу. Перкуссия. Получается, что это имитация перкашен. Пиццикато правой рукой и еще и удары обеими сторонами ладоней. Я этим вопросом особо сильно задавался, когда я записывал это все в ноты. Крестики, нолики. Я обозначил, как эта часть называется условно, как ладонь, как левая рука, правая рука. Верхняя часть грифа, нижняя часть грифа. Все это расписано в условных обозначениях. Играем аккорд. Это самое простое, по-моему, сыграть аккорд в данном случае, да? Это да. Главное... Чисто интенционно. Конечно. Чем квинты. Все грешат, и я не исключение. А потом... А можно еще медленнее. Получается тыльная сторона ладошки. Тыльная сторона ладошки. Удар большим пальцем и ладонью. Удар вот этой частью. Ага. Вот эта часть. Ну, зрители очень это любят. А давай мы сделаем так. Начни, пожалуйста, с очень медленного темпа и постепенно ускоряй. Вот это да! Действительно невозможно назвать каким-то определенным приемом. Кстати, Саша, скажи, пожалуйста, а где можно найти ноты твоих произведений? В электронном виде и на моем сайте, и на сайте Музыка Нео. Там есть все мои ноты. Прекрасно, я обязательно дам в описании к этому видео ссылки на ноты, которые можно скачать и приобрести, ноты Саши Муравьева. Сегодня мы узнали очень много нового о специальных приемах при игре на контрабасе, но что мне очень приятно, что очень многие из этих исполнительских приемов как раз заимствованы из гитарной техники. Чтобы не пропустить все самое интересное о музыке, Music Tips, подписывайтесь на канал вот здесь. Конечно же, мне необходимы ваши лайки и до встречи через неделю. С вами Юрий Медяник. Удачи!